В рамках проекта российского движения школьников «Школьное самоуправление» по инициативе старшеклассников первой школы при поддержке городской администрации для ребят провели живой урок. Урок разделили на три части. Первая часть «Профессия мэра глазами детей» состояла из тестовых вопросов. Есть ли у мэра начальник? Чем занимается мэр? И как он одевается? Каким транспортным средством пользуется? Дорогой господин мэр, я представляю вас одетым в черный костюм с галстуком, что у вас зарплата 340 тысяч и что у вас черный Мерседес. А может, вы вообще не умеете водить? Вторая часть урока была отведена вопросам, адресованным самому мэру. И третья заключительная часть инициативы предложения глазами детей состояла из самого письма. Уважаемая просьба, можете ли вы сделать более улучшенную больницу? Именно детское отделение. У меня есть друг, я его уже навещал, и мне очень не понравилось детское отделение. Там уже все старое, и мне оно не нравится. Можете его отремонтировать, пожалуйста? Девочки просили о новых стульях для школы, так как на тех, что есть, часто рвутся колготки. Просили ребята и о новых качелях, потому что все городские площадки они уже обгуляли. Серьезные детские просьбы заставляют задуматься и говорят о том, что подрастающее поколение Десногорска воспитывается и обучается должным образом. Я хочу, чтобы по всему городу поставили контроль против алкоголизма и наркотиков. Проводить уроки такого формата необходимо регулярно и со всей серьезностью. Ведь дети – наше будущее. И каким оно будет, необходимо задуматься уже сегодня. Дети должны знать, за что отвечает мэр, какая обязанность, какая сложная работа. Итоги живого урока и ответы Андрея Шубина на самые актуальные вопросы узнаем в ближайшее время. Все письма будут доставлены в городскую администрацию. И, возможно, уже скоро самые интересные инициативы школьники обсудят за круглым столом лично с мэром. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.